Добрый вечер, дорогие зрители! В эфире подкаст «Кухня триатлета». Идет он в прямом эфире. В студии ведущие этой замечательной программы Николай Трегубов и Миша Фамилия Майнага. Здравствуйте. Всем добрый вечер. По нашей великолепной, я не могу сказать слово, заставке, по бутылке, которая здесь стоит, и по каким-то еще косвенным признакам, ну и вообще по новостям, вы должны знать, что начался Тур де Франс. Что немножко нас оживило чай, чатик, оживило? Чатик Cycling Fantasy, ну, насколько это возможно, на чуть-чуть. Вот, чатик, который посвящен нашему состязанию внутри коллективному в Cycling, ну, почти что внутри коллективного в Cycling Fantasy, уже начался трэш-ток, первые победы, первые разочарования и так далее. Сегодня поговорим про Тур де Франс. Поговорим же? Да, поговорим. Обязательно. Ну и вообще, события в местном и международном спорте есть и были за минувшую неделю, но самое, конечно, жуткое было — это жара. Да. Красноярский, вот, кстати, кто не из Красноярска, напишите нам, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали погоду в вашем городе и регионе за последнюю неделю. У нас было что-то невероятное. То есть для меня, если бы... Как меня... бы ты охарактеризовал ее? Ну, это баня. В моем представлении это баня. И да. Если бы, сколько, 2 или 3 года назад я не установил дома кондиционер, то, вспоминая те замечательные, в кавычках, времена, когда у меня его не было, и приходилось работать дома, то моя работоспособность в такую жару дома падает, даже несмотря на наличие вентилятора, процентов на 50 точно, как да. Минимум. Вот. Но меня сейчас спасает немножко кондиционер. Но когда выходишь из подъезда, ты как будто в парилку в баню заходишь. Я на прошлой неделе или на позапрошлой был как раз в бане. И это ощущение, ну, в смысле, в обычной бане. Зафиксировал. Зафиксировал этот оно прям. То есть было вообще прям очень-очень жарко. Кому-то это хорошо, но я никогда не любил сильную жару. А людям еще с лишним весом, как у меня, жару еще тяжелее переживать. Угу. Поэтому, конечно, неделя была непростая. Вот. У нас вообще... Мы в прошлом раз выяснили мою неграмотность в плане климатических зон. Но это не суть важно. Наша климатическая зона, она очень суровая, как я вспоминаю. У нас то лютый холод, то лютая жара, нет весны и осени. Как мы живем здесь? Прекрасно, приезжайте жить к нам. Николай? Да, ты да. Как, ну, для всех жителей, которые России и других регионов страны и мира, которые не живут в Красноярске и не испытали эту жару, но при этом были в Таиланде, я вот могу вам сказать, что у нас была неделя 100% Таиланда. Вот в среднем в Таиланде примерно вот такая температура, Миша, всегда. Mm-hmm. Вот представляешь, как тяжело там на самом деле жить, и почему я лично, например, вообще не верю в работу онлайн из таких стран, как Бали, там, Таиланд, Индонезия, где вот такая вот жара. Потому что... Ну, или ты все время должен находиться под кондиционером, то есть не выходить никуда, либо ты не сможешь работать продуктивно, эффективно, вообще 100%. Ну, тут видишь, мне кажется, мы заложники суждения по себе. Вот, вот допустим, Аня, моя жена, вот она в такую погоду себя чувствует просто великолепно. Угу. То есть... Я видел ее в субботу в 9 утра, Миш. Не чувствует она себя великолепно в такую погоду. Хорошо, но на этой неделе у нас был перебор, там чуть ли не 38 было. Но я имею в виду, что... Я говорю именно вот про такую погоду. Мне даже в 30 уже плохо, особенно если на солнце. Вот, а ей 30-ник вообще, она даже кондер бы дома не включала, я уверен. Ей нормально, а я помираю. Ну, 30 это приемлемая температура, но когда уже к 40 подходит, а 40 в принципе было. Да, уже за 40, я понимаю, что это. Да, кому-то за 40 и на температуру еще за 40. Так вот, по-моему, в субботу была температура за 40, я ехал на машине, у меня градусник на панели, знаешь, между 39 и 40 постоянно моргал. Побыстрее едешь, он бум, 39, помедленнее он, тук, 40, загорается. Ну, то есть, реально было пекло страшное, и все красноярцы вынуждены были либо очень рано вставать, чтобы потренироваться, либо очень поздно тренироваться, либо же тренироваться днем, потом примерно весь день был окончен, потому что ты весь день находишься в полном ауте. Я даже знаю, что некоторых атлетов очень сильных тошнило, и они это списывали и на кишечную болезнь, но на самом деле, скорее всего, это был тепловой удар.
Поэтому я, значит, в такую погоду надо прям аккуратненько. Да, аккуратно. Да, но я вспомнил, что когда-то в незапамятные времена... Я же сам жертвой оказался этой погоды. Ну, давай, говори. Не, ну рассказывай, рассказывай. Не, я потом расскажу. Давай ты. Не забудешь, да? Про незапамятные времена. Да, когда я с собака наехал на велосипеде до Красноярска. Ну, это велопутешествие. Было не так, конечно, жарко. Вот, но было тоже 3 дня из 4 было очень жарко. И извините за интимную подробность, я весь день пил, но в туалет по-маленькому. Я ходил один раз в день с утра. И то только потому, что на ночь, перед тем, как лечь в палатку, выпивал 1.5 пива. Выпивал мочегонное. Ну, по факту, да. Чтобы не распухнуть утром. То есть, это вообще ужас. И теперь я понимаю вот эти приколы все, они кажутся какими-то, ну... очень непонятными и далекими про что там Дубай, Эмираты, где велосипедисты тренируются что там до 6 4 утра. Да, 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 да. Ты должен желательно до восхода хоть какого-то солнца сделать тренировку. Но смотри как, вот мне кажется, если на наши эти вот любительский спорт наш циклически переносить, я очень хорошо помню, когда однажды была в городе вот подобная невыносимая жара, это было лет там 7-8 назад. Кондера у меня дома не было, я прям с ума сходил. Я даже вот не сидеть под вентилятором, я не мог вообще, мне было просто плохо. Я заставил Аню, жену, и говорю, все, пошли, у меня было 2 велосипеда тогда дома, не помню почему. Я заставил нас надеть велоформу, мы поехали кататься. И реально, пока мы катались, ну, по лайту, было нормально. То есть на велосипеде это еще по-божески. Ветерком обдувает, да? Да-да-да, особенно когда если на Татку едешь вот по, вдоль Енисея, там обдувает, бывает нормально. Ну и вообще у тебя естественное кондиционирование постоянно появляется. Да-да, но только живется, останавливаешься. Да, но как живется в такую погоду бегунам, я вообще не представляю. Это, мне кажется, прямо невыносимо. Плохо, вот. Очень плохо, да. Ну, расскажите, ну, как вы справляетесь вообще? Забросили ли вы тренировки? Или стали рано вставать или поздно ложиться? Пишите, мы ждем ваших историй. Теперь к твоей вернемся. Ты стал жертвой жары. В четверг я сделал, ну, достаточно такую быструю тренировку. А в четверг вечером, ну, было, в принципе, уже жарко. Ну, такая температура была серьезная. Мне кажется, там 30-35 днем было, наверное. Я сделал тренировку. Конечно же, меня слегка накрыло, и на следующий день у меня заболело горло. Понимаешь, как будто бы я простыл. Но на самом деле я не простыл, а вот меня, видимо, таким образом немножечко выключило от перегрева. Ну, интересно. Быстро прошло, но как бы вот. Я думаю, что и меня тоже захлестнула эта жара. Угу. Давай поговорим про мероприятия, которые у нас прошли в эту неделю. Да. Как раз в рамках этой нереальной жары. Начнем, я думаю, с конца. Да. С доброй пятерки, которая прошла у нас в эту субботу на острове Татышев в рамках Дня молодежи. Что я могу сказать? Хорошо, что она прошла в 9 утра, а не позже, потому что реально жара была. В субботу, кстати, самый жаркий день за последние, по-моему, 100 лет был в Красноярске. И да-да-да, зафиксирован. И хорошо, что все успели пробежать до реально 9:30-9:40 все финишировали, потому что жара была страшная, конечно. Угу. Все прошло хорошо? Да, все прошло хорошо. Ну, ты что делал в субботу? Сдавал анализы. Всю субботу? Нет, не всю. Слушай, в пиджаке, кстати, жарко. Да, конечно, я вообще за тебя переживаю. Ты, главное, придется мне на пиджак сегодня снять. Не схвати тепловую. Вот это дела. Да, ребят, чтобы вы понимали, насколько жарко в Красноярске. Как говорят у нас по Крофте, скриньте. Николай снял пиджак. Сдавал анализы, работал. А после обеда я пошел на пивную выставку. А где она проходила? Опять в Сибири? Нет, слушай, это было любопытное мероприятие. Во-первых, там... Или у друга дома? Нет, это было в, короче, баре крафтовом. Я все время Док Риверс или как-то называется, я не помню название. Вот. Там, во-первых, один мой друг, собственно, был экспонентом, то есть выставлял свое пиво. Я ему немножко там помогал. Тот, которого мы знаем, да? Да, под кодовым именем профессор. Угу. Вот. И еще один мой друг, близкий, собственно, со мной туда пошел. Любопытно, что было. Мы пришли, там было сильно прохладнее, чем снаружи.
А потом туда пришло примерно 100 любителей пива, и там стало система кондиционирования явно не справлялась с этим. Стало очень жарко, но при выходе наружу... Как у нас сейчас здесь, но при выходе наружу из бара, я проводил эксперимент, становилось еще жарче. Ты заходил обратно. Это была точно. Заходил обратно, единственное место, где было нормально, это темный коридор. Там очень странное заведение. Темный прохладный коридор. Вот, последние недели, кстати, во всех темных коридорах было достаточно нормально. И... чем темнее, тем прохладнее. А и что еще любопытно, там работало, помимо, ну я не знаю, что там, вытяжка, не вытяжка, но там было два вентилятора на все заведение, квадратов, я не знаю, на глаз я квадраты плохо определяю, неважно. Как... полтора магазина триатлета вот там. Угу. Короче, 200 квадратов. Ну, 150 может 200. Да, да. Вот. Но посредине мероприятия в центре, если тебе известно, вырубили свет на несколько часов. Не, не знаю. В баре, да, в центре города светофоры не работали, там все дела. Бакханали. Да. И кондиционеры, баре, скорее всего, не работали нигде, да? Не было света, не было кондиционера, и отключились два вентилятора. Там вообще стало... Капец. Я начал все чаще выходить наружу, но на улице сделал еще жарче, все еще. Этот коридор все продолжал спасать, все люди уже там начали тусить, и там уже не стало, не так уж прохладно. Невыносимо. Но организаторы выставки вышли из положения как? Самым неподходящим способом для этого. Начали мочить туалетные полотенца. Нет, они зажгли свечи еще там. Стало еще ароматически. Короче, приключение было не из тривиальных, скажем так. Но пиво от того стоило, скажем так. Вот так. Да, ты должен очень сильно любить пиво, чтобы остаться, да, на этом мероприятии. Ну вот. Про анализы еще позже расскажу. Да. Вот. Кстати, по поводу жары. Вот знаете, что я подумал? Я вспомнил такую вещь. В Японии, когда я был в далеком 2010 году, для меня бросилось... Мы были там конец сентября, начало октября, если мне память не изменяет. Но там было все еще вот как здесь сейчас. Жара, короче. Ну, не такая, но тепло очень. И влажность, естественно. И я обратил внимание, что там каждый второй человек ходит постоянно с веером, включая мужиков. Да. И у них это не считается вообще... И в кимоно. Ну, это уж там на любителя. Не считается зазорным. То есть там вееры эти продаются всякие разные, красивые узоры. Угу. Мужики могут сидеть в метро и спокойно веером... Мне кажется, вот это, как сказать, ну, неприемлемый абсолютно для России гаджет для мужика. Но, блин, вот ей-богу, это бы нам помогло. Тебе сейчас Я думаю, еще примерно год такой же температуры, как у нас была последнюю неделю, и с веерами будут ходить все. Я думаю, надо ввести в моду. Ну, или как минимум с вентиляторами в этой, в кепке и бейсболке. Надо ввести в моду вот эти, знаешь, как они, планшетки. Планшетки. Ходишь с планшеткой, туда два файлика, типа договор. Образец распечатал, и ходишь, и нормально, никто ничего не скажет. Я тебе могу сказать, что так делают практически все, кто ходит с папками, они ей как раз... У тебя уже есть. Вообще нормально. Лучше, нет? Конечно, лучше. Но сейчас начнешь потеть ты, потому что тебе станет жарко. Не, я уже практически отошел. Мне надо было просто выровнять свой климатический уровень с нашей комнатой без пиджака. Понятно. В пиджаке было слишком жарко. Я не учел этот фактор, закрыв дверь с кондиционером. Про добрую пятерку мы закончили, да? Я что хотел сказать. Вчера главным событием, инфоповодом всего дня, ну, наверное, для нас, по крайней мере, помимо очередного этапа Tour de France, ну, этапы Tour de France еще будет аж 19 штук, а не каждый день в Красноярске, хотя уже почти каждый день, конечно, в Красноярске кто-то делает эверестинг, но это наш близкий товарищ Владимир Воропаев, тренер школы I Love Triathlon. Самый большой поклонник Вина Дизеля. Да, да. Ну, не Вина Дизеля, а Форсажа, я все-таки думаю, да. И, кстати, он проходил эверестинг, который у него занял, сколько, ты помнишь, по памяти скажешь, 18 часов? По-моему, 18. 17.57 там. Ну, 18. Сохранилась на жестком диске эта информация, как ни странно. 18 часов. Я ему написал... значит, комментарий такой, что он успел бы за это время, скорее всего, посмотреть все части Форсажа. То есть,
он пожертвовал не только здоровьем своим в такую жару, делая эверестинг, и успешно его завершив, кстати, на Николаевской сопке. Так он еще и пропустил 9 просмотров «Форсажа». Ну, он герой просто. Владимир, я знаю, что ты периодически смотришь наши эфиры. Я, конечно, тобой восхищаюсь. Вот, я не знаю, что человеку может причинить большую боль. Эверестинг в физическом смысле или просмотр всех частей «Форсажа» в психологическом. Наверное, это какие-то сравнимые категории. Но, в общем, это, конечно, геройство в любом случае. Абсолютно бессмысленное, естественно, геройство, но геройство. Вот, и это была главная новость для нас. Мы следили... Вчерашнего дня. Да, у Николая в телеграм-канале периодически были оттуда видео, фото, новости, апдейты новостей. Можно было последить. Там я знаю, что в городе следили. Потому что вчера вечером мы Tour de France смотрели вечером поздно с нашим другим общим другом, который неподдельно интересовался происходящим у Владимира с его эверестинг. Ну, вот. В общем, всякой ерунды у нас полно. В общем, да, есть что поделать и за чем последить. Для челленджа, конечно, Вова выбрал, ну, на мой взгляд, не самый подходящий день. Потому скорее всего, у него другого вчера, дня не было. Ну да, я говорю, что это выходные не выбирают. Знаешь, когда спросили, а что он едет именно в такую жару, ну потому что у него был один выходной день, воскресенье. Вчера было, ну, не так жарко, как в субботу, не 40 градусов, но 38-37 примерно в «Зените» точно давило. И причем Николаевская сопка, по которой он поднимался 64, по-моему, раза, да, она находится на солнечной стороне. И... Весь день практически. Да-да, я думаю, что все, что он мог получить от солнца в этот день, он как раз получил. Стартовал он около 4 утра и финишировал в 10 вечера. Он планировал проехать за 14 часов, но и жара внесла свои коррективы, и, конечно же, сам челлендж оказался сложнее, чем Владимир думал, чем он думал и планировал, когда замыслил об этой идее еще зимой, когда еще было холодно. Но, тем не менее, ему удалось, он поднялся. Было много людей, которые периодически приезжали к нему, с ним катались, я даже к нему заезжал с семьей попроведовать его. У него там был полный такой, знаешь, этот, как сказать, релакс-зона внизу подъема. Примерно 5 саппортов, которые регулярно его обслуживали. Кормили, поили, кто-то даже массаж делал, вакуумные штаны были. В общем, заряжен как космонавт, космос примерно. Как взрослый. Да-да-да. Ну, я считаю, что это, конечно, так и должны проходить челленджи, что... Иначе зачем ты так долго страдаешь, если никто вокруг тебя, да, если никто за этим не следит, и вокруг никто, тебя никто не пляшет. Пыль с тебя, да. Это примерно как свадьба. Вот знаешь, для чего играют свадьбы? Знаю, с дуру. Вот, да, так. А вторая причина знаешь для чего? Вторая свадьба тоже с дуру. Нет, вторая причина для чего играют. А третья уже привычка. Я думаю так. Ну ладно, хорошо. На мой взгляд, свадьбу надо праздновать только в одном случае. Если ты хочешь побыть один день, условно, барином. Королем-барином, когда вокруг тебя собираются друзья-родственники и уделяют тебе максимальное количество, ну вот, внимания. Слушай, такого, знаешь. Это, мне кажется, работает только для девочек. Мужик, мужикам на свадьбах всегда сильно меньше внимания. Да, ну здесь как бы даже не про то, что кому больше внимания или меньше, а в принципе вот все действие, свадьба, она же как бы направлена, ну, на одних, на одну персону, как и день рождения по факту, да? А ты пил на своей свадьбе алкоголь, я имею в виду? Помнишь? Нет, наверное. Вот и я не помню. Хотя я был пьющим человеком, потому что это капец было. Так вот, и тут также челлендж. Ты приходишь, как бы начинаешь кататься туда-сюда, и вокруг тебя начинает собираться такое там теща, тесть, эти друзья жены там, и так далее. И все вокруг тебя, и кто-то там потихонечку тосты рассказывает. Ну, вчера, кстати, была цыганская свадьба там рядышком на финише. Спит в штанах вот этих вот компрессионных. А на самом старте челленджа он в 4 утра стартовал. Там еще были ребята с ночи после Дня молодежи на смотровой площадке. И, в принципе, это, ну, чем не свадьба? Все было, все атрибуты свадьбы там были. Ну, поздравляем Владимира с успешным бракосочетанием. Да, 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 да. Своеобразным. Молодец. Я ему, кстати, написал сегодня, спросил, как он.
Вообще. И что он тебе ответил? Он сказал, может писать сегодня? Он сказал, что на удивление чувствует себя вполне норм. Он говорит, сравнимо с, просто с тяжелой тренировкой. Вот. Ну, кстати, по километражу у него получилось, по-моему, там около 230 километров. Что-то да, такое. 230 километров и сколько там? 18 часов в седле, да? Я самое длинное 240 километров ездил. За 10 часов примерно, я помню. Ну, да, это, конечно, надо иметь железные стальные нервы, чтобы столько приехать. Хотя... И задницу. Нет, я обманываю. Я же ездил Cyberman 276. Да. Да, да. Поэтому, Вова, тренируйся. 230 – это не так уж и много. Ну, кстати, придется же, да? Нет, ехать не придется. А, ну тогда не тренируйся. Давай расскажем про еще один, можно его назвать, наверное, их характеризовать как челлендж. Но все-таки это не челлендж, хотя нет, это челлендж. Челлендж. А, суточный заезд, который в этом году мы провели уже второй раз. Проходил он у нас со вторника на среду, посреди рабочей недели. А когда еще проводить такие суточные челленджи? В этом году два участника заявились на суточный формат и 24 часа нон-стопом ездили на велосипеде. 100% прирост участников. Да, ну, не нон-стопом, они все-таки останавливались на пит-стопы, у кого-то там он был суммарно там около часа-полутора, у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. Это можно назвать. Это, ну, это было не запрещено, поэтому я и называю все-таки заезд нон-стопом. Игорь Бурдин и Максим Яковлев проехали, один у нас проехал 564 километра. А, про кого? Максим 565 проехал километров, а Игорь проехал 654 километра. Я практически наизусть запомнил эти цифры. Как ни странно, тоже. Да. Так вот, двое участников проехали суточный формат. Движуха была, мне кажется, в этом году вообще мощная. Да. Все время кто-то катался, кто-то тусовался возле триатлон-центра. Там тренировки проходят. С 7 до 9, когда вот прям конец рабочего дня, там вообще был просто как будто это, во двор вышел погулять. Все знакомые, все друзья, все, спортики, да. Все школы бега, все школы триатлона, все там тусуются. И прямо вот на этом пятаке такой движняк происходил. И даже ну, знаменитая круто. Бабушка, здравствуйте, а что здесь происходит, тоже была. Да-да-да, она заходила туда периодически да. на протяжении всех суток. У нее много обликов. В этом году в рамках суточного заезда мы провели еще и 6-часовой формат, на который было заявлено 7 человек. Они стартовали, если суточные стартовали во вторник в 12 дня и финишировали в среду в 12 дня, то 6-часовой формат стартовал в 6 утра в среду и финишировал в 12 дня. Как раз в одно время с суточными, с ребятами, которые ехали в суточный заезд, тем самым, ну, как бы общий был такой финиш, несмотря на то, что они все ехали по одному. Мне кажется, 6-часовой формат вообще зашел. У тебя даже один из сокомандников принимал участие в этом заезде. Ты, скорее всего, не знаешь про это. Ну, просто один из, я как-то не знаю, встречал. Но он не должен был сказать. Он бы не сказал. Он же молчун. Да, он бы не сказал, но я его встретил на финише. Лидер нашей велосипедной команды феноменально, как обычно, выступил на этом старте. Я не помню протокол, но кажется, он выиграл. Нет, конечно же. Ну ладно. Что я хотел бы сказать про суточный формат? Мне кажется, это, конечно, большая история, которая может иметь и длинную традицию, и популярность. И, скорее всего, все-таки этот заезд станет традиционным. В этом году даже у него появилось название «Машина времени». Я считаю, вполне подходит этому заезду. И после, самое интересное, что после заезда несколько человек мне написали, типа, как же так? Я не узнал слишком поздно об этом. Я бы хотел или я бы хотела тоже принять участие. И в суточном, и в 6-часовом формате ребята писали. Я думаю, что через год, дай бог, все будем живы-здоровы и найдем нужное количество судей, чтобы отсудить еще раз суточный заезд. Может быть, 6-часовый формат снова будет. И, может быть, 12-часовой формат тоже введем, потому что я уверен, что те, кто ехал 6 часов в этом году, в следующем году обязательно хотят повысить градус и проехать, например, 12 часов без остановки. Да, мы его потом еще переименуем. Как это модно на английский манер, как? Будет называться Time Machine. Да? Time Machine. Ну, может быть. Я посмотрю, машина времени переводится как Time Machine.
Да. Ой, вообще будет. Тайм-машин 24 или что-нибудь такое. Ну, в общем, есть куда расти. Мне кажется, мероприятие достойное. Да, да. Не, есть что-то в этом прикольное. Явно есть... Мы всю информацию про него соберем и выложим на crossvelo.ru, на сайте федерации. Уже выложено, есть уже, да? Да. Ну, результаты что... и фотографии можно найти, да. На главной странице crossvelo чуть ниже полистать, и там есть результат, фото, ссылки, в общем, имеются. Можете посмотреть, если вам интересно. Там, кстати, раскладки все, да, ведь по кругам есть. Да, и да. Если вы собираетесь к этому готовиться, планировать, можете вот последить, как у других складов. Это, кстати, ну, как сказать, особенность, фишка, наверное, этого забега. Заезда. Точнее, я бы сказал, это обязательный атрибут, что у каждого участника есть персональный судья, который фиксирует время прохождения каждого круга. У каждого участника есть электронный чип, который проверяет судью, если он вдруг ночью заснул и пропустил какой-то один из кругов, а такое возможно, как выяснилось, то система электронная, конечно же, не спит. Она бдит и круглосуточно фиксирует все круги. Тем самым у нас есть официальный протокол, который подтвержден электронной системой хронометража и ручным судейством. Вот, поэтому этот результат можно считать официальным, зарегистрированным и зафиксированным Федерацией велосипедного спорта. Давай. Для кого-то это может быть важно. Самое время уйти чуть-чуть в сторону и сказать, что в конце сегодняшнего выпуска мы традиционно будем разыгрывать сертификат триатлета. Следите внимательно. Ждите. На прошлой неделе мы его разыграли, снова за ним никто не обратился, да? Насколько я понимаю. Зачем ты это всегда говоришь? Не знаю. Надо? Нам не нужно вообще информировать. Это не важно. Важно, что каждый из вас может его выиграть. А, так, дальше. Каждый, да не каждый. Я не могу. Ну, это только сегодня, потому что на женскую семерку... А, не, вообще, да, никогда не может получиться. Видите, какие мы несчастные люди, я тоже не могу. Кстати, елки-палки. Меня всю мою семью вот исключают что. Из всех этих конкурсов, розыгрышей, ну, да, и так далее. Незаслуженно, конечно. Да, мы же как сотрудники, аффилированные люди не можем, но... Проведите кто-нибудь какую-нибудь лотерею, в которой смогу принять участие я и моя семья. Прикол. Мы обязательно выиграем. Я никогда не выигрываю ни в какие лотереи, я рассказывал как-то. Но! Впечатление, я совсем забыл об этом. На той самой пивной выставке мне повезло, и вот там так, типа розыгрыш, как вот у нас. Там среди тех, кто пришел, по билетам розыгрыш. Я выиграл бутылку крафтового пива, представляешь? Я же тебе говорю, что если я приму участие в своем, я тоже обязательно что-нибудь выиграю. Просто меня всегда выкидывают из лототрона, и мне не везет в связи с этим. Все, поперли. Мы, конечно, не жалуемся, но все-таки что есть, то есть. Поехали к Тур де Франс. Сегодня нам повезло, потому что параллельно с нами идет третий этап, но комментирует его... Дай бог ему здоровья, Атар. А Атар комментирует так, что можно смотреть без звука, ничего сильно не потеряете, и смотреть параллельно, или слушать параллельно нас. Да. Вот, так что отлично, спасибо. Сегодня первый спринтерский этап. Ну да, по-настоящему да. Спринтерский, потому что как будто бы номинально, по-моему, даже ты говорил, что первые этапы типа спринтерские будут, но они не были спринтерскими. Там могли выиграть спринтеры на первом этапе, конечно. Там чуть-чуть им конечно хватило. Могли. Да. Им но не хватило по факту это было 5 метров. Этапы были очень серьезные. То есть они да. Больше напоминали какие-то классики, да, такие с рельефные. Ну да, так. Да. Вчера отпустили отрыв. Да. Я думаю, осознанно, и как бы поэтому, опять же, спринтеры не выиграли. Хотя, да, видишь, могли. Я до последнего, ну, в смысле, там понятно, когда уже осталось 20 километров до финиша, и минуты 4 они отставали, я понял, что, ну, уже не могут, наверное, догнать. А я просто не отследил момент, если в отрыве кто-то, кто может, ну, в первый день отстал не настолько, чтобы желтую майку не забрать. Их бы тогда не отпустили. Ну, да, я понимаю, но я, тем не менее, думал, ну, что, будут, не будут догонять. То есть я как бы это до конца не понимал. Но вчера, да, вчера выиграл отрыв. Ну, по сути, и в первый день выиграл тоже отрыв. Вот. Это бывает, кстати, не так уж часто на любых серьезных гонках, что побеждают отрывы. Я помню, мне кажется, вот в память у меня почему-то куча гонок предыдущих лет, грантуров, я имею в виду, когда вообще никаких шансов не дают отрыва. Ну, то есть, практически не бывало. Особенно на первых этапах, когда идет борьба за желтую майку, если там
условно, какой-нибудь 15-й этап выиграешь, скорее всего, ты в желтую уже не переоденешься. Там, генерал уже устаканился. Там езжайте. Да-да. А вот кто выиграет первый этап, гарантированно надевает желтую майку. Кто выиграет второй этап, тоже может запросто переодеться. Ну, как, собственно, и произошло вчера. Правда, это стал погаче, но не суть важно. Это мог быть реально любой другой человек, если бы просто в первый день там чуть раньше заехал в пачки. Поэтому то, что выиграли первые два дня люди из отрыва, это редкость. То, что оба представителя были из Франции, это редкость. То, что Тур де Франс впервые стартовал в Италии, это вообще не редкость, а первый раз в жизни. Было. Нет. Точно в не Италии было? Тур Или де Франс... Наоборот? Нет, в Италии Тур де Франс не стартовал ни разу. Это была первая ситуация. В памяти, наверное, наоборот, Джира стартовала когда-то бывало во Франции. У меня почему-то в памяти что-то подобное осталось. Но не суть. Я думаю, французы хорошо праздновали, несмотря на то, что это дело в Италии было. Вот, потому что французы вообще редко, на самом деле, выигрывают этапы гран-туров. Очень редко. В Италии, кстати, не сильно праздновали Тур де Франс, говорят, потому что параллельно шел футбол какой-то там. Ну, скорее всего, чемпионат Европы. Так итальянцы играли когда? Позавчера. В субботу? В субботу. Первый этап когда был. 1/8 финала в субботу была. Да, ну вот, поэтому Италия как бы одним глазом смотрела Тур де Франс, а вторым на футбол. Национальный траур, да, по поводу их футбольных приключений. А потом еще и француз выиграл в Италии. Вообще печаль, беда, да. Ну ладно. Ну ладно, давай, вернемся. Слушай, мы же уже начали рубиться в Cycling Fantasy. У тебя пока там дела идут прекрасно. Да. Вот. Я ставлю, конечно, на победу. Tour de France, Cycling Fantasy, на свою. Я, кстати, мы с Серегой сегодня посмотрели, что у нас в группе, кто выиграл в этом году. Да. Все, что было до этого, можно забыть. Я ничего не выиграю, кроме... У меня есть 4 классики, которые я выиграл. Я считаю, это вообще пушка. Ты однодневщик? Да, однодневщик. Мы же знаем, что мощные ребята всегда однодневщики. Итак, смотри. Расклады у нас как будто бы глобально не изменились, как мы их представляли себе, за исключением одного. Как будто бы Роглич уже чуть-чуть многовато поймал за первые два этапа. Сколько? 20, по-моему, да, секунд он остается в общем зачете. Это не супер много, но, блин, для этих двух этапов это уже прилично. Да, с учетом, значит, что гор-то практически не было. Ну да. Что сейчас, какой расклад? Получается, у нас Погачер сейчас в желтой майке. От него в генерале отстают на 0 секунд примерно. Не примерно, а на 0 секунд. Вингегорд и, по-моему, на 0 секунд Эванпул, да? Да. Вот. То есть они втроем лидируют. Эванпул вчера рисковал тоже поймать просвет, но он на последнем пологом участке он там выдал мощную разделку и догнал. Ты смотрел этап, что когда не этап, точнее, а атаку Погачера? Когда он рванул, да. Эвенпул никогда не сможет так же рвануть, как может это сделать Погачер, ну и Вингегор, в принципе. У него совсем другая техника, стиль езды и так далее. Он может плавно, долго тянуть, но вот именно такого резкого рывка, как у этих двух титанов, у него нет. Ну и мощности на килограмм, конечно, у него такой нет, как у этих двух ребят. Вот, но зато у него есть хороший спуск, у него есть идеальная разделка, что он, в принципе, вчера и доказал, что пропустив момент атаки, на спуске он собрался, быстро спустился и по равнине догнал этих двух, ну, не самых последних раздельщиков в мире, я бы сказал, лидеров раздельной гонки в мире, он в одного догнал их, там где-то Карапас еще там болтался, ну, в общем, он догнал и показал тем, что команда у него, конечно, слабая у Ремко, но я думаю, он все-таки будет бороться до последнего, стараться оставаться в топ-3 генеральной классификации. Я его не взял в команду, но это связано исключительно с моими ставками на того, кто даст больше вклад, а не с тем, что он мне не нравится. Он мне нравится сильно больше Вингегорда. Вингегорда пришлось взять в команду, пока он меня не подводит. В том смысле, что он выдержал атаку
Погачер, понятно, это не 20-километровые горы, которые будут потом, но уже хоть что-то. Что у нас получается? У нас чуть-чуть отстает Роглич. Изначально нам примерно так и казалось, что это вполне реальный вариант. И у нас трое лидеров, которые за первый этап не успели от друг друга еще уехать. Что прикольно еще? Помнишь туры, когда боролись Фрум и Кентана? Там они могли... Два скучнейших гонщика. Это помимо, я имею в виду этого, это само собой. Это было ужасно и невыносимо. Но там они могли бороться до первой разделки колесо в колесо. Потом разделка, которую Фрум в одну каску у Кентана выигрывает. Дальше Кентана едет всю оставшуюся гонку в минуте отставания каждый этап. Ну или там сколько он ловил, неважно, да. Тут у Роглича есть разделка, у Эвенпула прекрасная разделка, у Вингегорда и Погачера разделка очень хорошая, может быть не такая, конечно, крутая, как у Эвенпула, но это опять-таки на какой день придется, что называется. Ну да, да, да. Ну то есть близко. Иногда пока она лучше. То есть у всех генеральщиков, которые на данный момент претендуют, у всех есть разделка хорошая, что вот как раз, да, наверное, не позволит случиться вот этому приколу, который был у Фрума с Кентаной постоянно. Вот. Это, конечно, классно. Давай, итак, твой прогноз по местам, вот у нас есть 4 гонщика с тобой, их порядок между собой, как ты считаешь? Вот это первый вопрос. Ну, я немножко уже свои там прогнозы пишу там в телеграм-канале. Ну, да, да. Вот, если ну, интересно, я там немножко стараюсь еще и анализировать то, что происходит в гонке, и свои какие-то мысли пишу. Я думаю, что выиграет Тур де Франс Погачер. Так. И у меня есть такое подозрение, что Вингегор не сможет продержаться в топ-3. Три недели подряд, топ-3, да. Топ-3 не сможет? Нет, я думаю, что произойдет ротация в команде Юмбо. И на генерал поедет кто-то другой. Ну, не на генерал, а на высокие позиции в генеральной классификации. Ну, да, по факту на генерал. Может поехать кто-то другой. Потому что как поведет организм человека, который 2 месяца назад проколол свои легкие и там месяц не катался, никто пока не знает. И даже сам Вингегор не знает, как он себя будет чувствовать через там неделю гонок, когда они поедут в высоких горах. Там, но нам гадать, видишь, приходится. Давай нам приходится гадать. Я, да, по поэтому первой позиции, я думаю, что Погачер выигрывает. Да. Второе место может занять даже Эвенпул при идеальных стечениях обстоятельствах. И третье место займет какой-нибудь Карапас. Вот тот, на кого никто не ставит, займет, например, Карапас третье хорошо место. Кто будет выше, Роглич или Вингегорд? Роглич. Я думаю, что Вингегорд вообще вылетит. Вот прям вылетит какой-нибудь либо в топ-10, либо еще дальше. А я сделаю это на шару очень предсказуемый прогноз. У меня будет первый Погачер, второй будет Вингегорд, третий Эвенпул, четвертый будет Роглич из этих. Но я с тобой согласен, что легко может кто-то пятый получается стать в итоге третьим на туре. Да, да. На Тур де Франс часто бывает, что третье место занимает кто-то, ну вот такой, кто знаешь, выжил. Кто выжил, условно, у кого не случилась диарея, кто не упал, и вот ну, да, что-то вот такое. Ну тут видишь, как понятно, что шансов на то, что все 4 вот этих априори претендента, да, как бы на генерал, что они все доедут до финиша, он на самом деле не очень большой. Конечно. Там, допустим, особенно зная любовь Роглича к падению. Тот же Вингегорд или Роглич поймают где-нибудь 3 минуты. И даже если они будут нормально себя чувствовать, смысл упираться, они поедут отдыхать и будут к Уэльте какой-нибудь условно готовиться. Да. Такое же тоже не исключено. И бывало уже, по-моему, что-то подобное. Ну ладно. Пишите ваши прогнозы, если они не равняются Погачеру, на победителя. Да нет, даже если равняются, все равно пишите. Посмотрим. Ну ладно. Короче, резюме обычно от первых этапов сильно ничего не ждешь, потому что, особенно если это потенциальный спринт, то обычно ничего, кроме мощных полутора минут, смотреть бывает нечего.
Но эти первые два этапа были действительно интересными и любопытными. Да, да. И сейчас, кстати, идет третий этап, и там осталось им ехать около 80 километров. Я никто думаю, там не упал, не знаю. Через часа полтора будут финишировать, поэтому нам надо сильно не затягивать эфир. И дай бог здоровья Погачеру, потому что он уже на втором этапе поехал весело. Это слава богу, вот, потому что интересно смотреть. Кстати, интересная особенность, что ваты, которые сейчас показывает и выдает Погачеру Вингегор, если бы они столкнулись с Фрумом в лучшие его годы, когда он выиграл Тур де Франс и так далее, то Фрум вообще был бы супер аутсайдером. Да, ты что? Да, да. Фрум выдавал сильно хуже ваты и показатели, чем сейчас показывают эти два титана. Вингегор и Погачер — это прям уникальные велогонщики, которые за последние там 25 лет, наверное, показывают такие цифры, которые никому вообще не достижимы. Почему и как это ему дается? Фиг его знает. Может быть, когда-нибудь потом узнаем их секрет. Да, узнаем, посмотрим какую-нибудь документалку разоблачающую и так далее. А пока радуемся тому, что есть. Давай про анонс, точнее, про календарь стартов расскажем, что у нас есть календарь стартов, в котором можно заглянуть и запланировать себе какой-нибудь забег, заезд или еще что-нибудь. В Телеграме надо подписаться на календарь стартов, да, в котором он там надо прям ввести календарь стартов. Да. И календарь стартов Красноярск, пожалуйста. Или на сайте Красмарафон, пожалуйста. Кстати, вот мы, по-моему, я не знаю, мы сказали или нет, но если повторюсь, ничего страшного. На шестичасовом, суточный заезд в рамках шестичасовой, там одна девушка участвовала. Уже у нас Зинченко Андрей, победитель шестичасового формата, 210 километров. Сергеев Данил, 206 километров. Артемьев Анатолий, 202 километра. Четвертое место у Николайчука Никиты, 193 километра. Подлесный Валерий, 177 километров. Ощепков Егор, 173 километра. И Прокофьева Елена проехала 169 километров за 6 часов. У нас уже и девушка участвовала, и больше одного участника на суточном заезде. 6 часов. Может, второй Сайбермен будет в итоге. Так. Давай перейдем к беговой движухе, которая вчера была, конечно же, главным движником в России беговом. Это был «Белые ночи». Марафон в Питере, который впечатлил кадрами последних километров Искандера Эдгарова. Он, бедняга, так страдал, я впечатлился. Я, конечно, не могу еще прямо вот так по виду определить, насколько быстро или медленно бежит человек, но он жестко страдал последние километры дистанции. Вот. Ну, судя по результату, 2:22:40 он все-таки пробежал достаточно быстро. Ну как? Ну, в конце. Для общего, да-да-да. Он просто, видимо, в конце, реально последние, я думаю, километров 5, наверное, страдал. Да? Еще любопытно для меня лично было, что там была куча предстартовых раскладов, типа, кто там будет. Значит, ты смотрел их? Читал немножко там, кто там Рюнков, кто там у нас еще из фаворитов. Собственно, Рюнков и Искандер там между ними, да, кто сколько больше выиграет, вот точная дуэль. А в итоге приехали кенийцы, и двое, по-моему, я не знаю, как там у них тактика складывалась, куда делся второй, потому что я не вижу его в первой шестерке. Сошел, скорее всего. Возможно, он роль пейсера выполнял, я не знаю. Но там было как, вот там показывают тех, кого анонсировали элита, они там бегут кучкой, все классно, но кенийцы сильно впереди бегут вдвоем, все. В общем, приехал кенийц и там спокойно всех выиграл. Это, конечно, любопытно. Но это все равно классно. Это значит, что к забегу есть интерес. Вот, это прикольно. На марафоне выиграл кенийц в абсолюте. Второй — Орионков Алексей, третий — Патраков Алексей. Но если в национальном зачете, то Орионков выиграл «Белые ночи» второе место. Патраков Алексей, третий — у Григория Олега. Эдгаров Искандер по факту стал пятый. У женщин первое место — Татаринова Алена, второе — Дмитриева Луиза и третье — Прокопьева Алина. Ну и, конечно же, важнейший момент — это наш на «Белых ночах». Но прежде всего, наверное, лучший результат среди красноярцев — это у нас по лайту бежавший, насколько это возможно.
свой первый марафон Егор Матвиенко. Он пробежал за 2:40. Лучший результат среди красноярцев вчера. Ну, конечно, да. Ну, что, бежало много, ну, не много, а несколько человек. Не все бежали марафон, там бежали десятку, ребята, и все понятно. Ну, Егор просто, мы за ним, как понятно, что наиболее пристально следим. Он не собирался бежать марафон в этом году вообще, как мы... Да и в следующем не собирался. Как он рассказывал в подкасте, да, новогоднем. Да, он пока вообще не собирался, но... Здесь на десятку слот ему не достался, так получилось, профукал. А у него был слот на марафон, он поехал туда вообще, можно сказать, по рабочим делам и за компанию. В итоге душа поэта не выдержала, и он встал, побежал. Говорит, ну невозможно не бежать, когда попадаешь в всю эту движуху, экспо, все дела. Ходишь по городу, тусуешься среди бегунов, приходится бежать. Побежал не чтобы умереть, а побежал... Объемную тренировку. Объемную тренировку. Пробежал он, естественно, по общечеловеческим любительским меркам. 2:47. Быстро. Да, 2:47. Темп 3:57 у него. Что-то такое. Да. Поздравляем его с финишем на первом марафоне. Как говорят все люди, которые бегут просто как объемную тренировку, марафонская стена – это миф. Вот. Не миф он только для всех, кто как будто бы на результат бежит. Так, что еще про Питер можно сказать? Ну, там, так как организатор беговое сообщество, и это по факту, что, третий, да, забег в России по количеству участников, наверное. Да, и они его проводят третий раз уже. Да, там было все очень круто организовано, сам Питер, видимо, красивый, по крайней мере, по фотографиям и видео. Все это, конечно, проходит поздно вечером, но это очень красиво дополнительно. Много интересных участников, селебы, классно все организовано, тусовки. Короче, всем все, говорят, понравилось. Количество участников. Да, у них динамика. Марафон. 2022 год. Было 3000 участников. 2023 год стало 3300 участников на 10% прирост. И в 2024 году участников стало 5600. Практически, все. Ну там, почти двукратный рост. Ну, там, на 80, ну, наверное, да, процентов. Да, да. Да, очень, очень высокая динамика. Да. Десятка. В 22-м году было 5800, в 23-м 9400 и в 24-м 10200. Да. Я думаю, что количество было искусственно ограничено на десятку. Всего, да. Заявилось бы, скорее всего, 1020, если бы позволили организаторы и выделили столько мест. Но просто... Операционно решили, наверное, не рисковать. Ну и, может быть, и невозможно это было. Вот. Но очевидно, что это из крупных забегов. Из крупных забегов, наверное, самый быстро растущий. Я думаю, причины тут три. Первое – это, ну, органический рост в России, который накладывается на второе – смену организатора. Раньше другой организатор был до... 2022 года, да? Угу. Ну и, соответственно, низкая база изначально, да. Как только беговое сообщество за этот старт делалось, все сразу поперло сугубо в гору. Ну, поздравляем. Как мы уже говорили не один раз, что во всей России супер спрос на все спортивные движухи, не только на бег. Сейчас вообще ничем невозможно заняться, везде солдауты. На сапах хотите покататься — солдауты. Побегать хотите — там везде будут солдауты. Не знаю, сейчас, мне кажется, даже этот конный спорт на виртуальных лошадях, знаешь, который... Сейчас скажу. Появляется, даже там солдаут, мне кажется. Кони, что-то... Нет. Ну, вот что-то с конями связанное. Как же называется? И поэтому... Причите, пожалуйста, я забыл. Я думаю, что это классно, что есть тренд такой в России на все больше и больше заниматься спортом. Какой-то новостной, на новостном YouTube-канале каком-то видел, про вот это рассказывали. В каком-то видел, точно. И там еще классную штуку вспомнили. Помимо езды на вымышленных лошадях, на виртуальных, ну, грубо говоря, со шваброй там люди бегают, значит, сейчас же есть эта игра на воображаемой гитаре. Вообще вот этот потрясающий. Есть конкурс прям такой. Мне кажется, я бы в нем мог поучаствовать. Давай я комментарий почитаю пока. Всем привет, всем привет. Ага, вам тоже всем привет. Хобби Хорсинг, отлично, спасибо большое. Привет, чемпионы. В воскресенье бегали забег на Торгашинскую лестницу. Поедем, поедим. Да, мы про нее прошлую неделю рассказывали. Я видел короткий там сюжет, что
приехали телеведущие с НТВ, сняли передачу, все забежали, все, в общем, все классное. Кроме того, что была нереальная жара, и они в эту жару бежали в гору. Так, каждый раз, когда Беркут 5 километров в субботу, добрая пятерка 5 километров в субботу, еще был классный велозаезд на Воробьях, детский велозаезд. Да. Да. Второй этап детского кубка на Воробьях. Я слежу за этими детскими стартами в чатах спортивной школы, где дети тренируются, и вижу там, кто как выступает, кто кого там выиграл. Видосики, фотки мне нравятся. Сегодня утром тренила, приложение от жары отключилось. Расстроилась и завершила пробежку раньше. Но в 7 утра хорошо, ветерок обдувал. Я сегодня тоже в 7 утра ездил. Вообще было абсолютно норм и не жарко. Не знаю, как уж у вас отключилось приложение сегодня утром. Сегодня было не жарко утром. Нормально было. Я вчера проехала 100 километров, пишет Лена Попова. Молодец. 12 часов посидела, можно и 24 бахнуть. Угу. Это, видимо, про суточный. А, все, я понял. Анна Кувшинова поработала судьей на суточном заезде. Считает, что и теперь может судьей на 24-часовом формате тоже бахнуть. Александр, пусть BMC будут спонсорами и переименуют в тайм-машин суточный заезд. Ну да. Самый жаркий день был вчера за последние 140 лет в Красноярске, плюс 37,4. Я лично видел на термометре плюс 40 в субботу, поэтому я считаю, что самый жаркий день был в субботу. Там видишь, какая штука, там же мерят-то в тени, на солнце градусик может и полтинник, наверное, показывает. Ну, я думаю, что все-таки в субботу было жарче, чем в воскресенье, но это не буду спорить. Пусть метеорологи разбирают. И в субботу, и в воскресенье было невыносимо жарко, невыносимо жарко, согласен. Что еще? Давай дальше к новостям перейдем. Да? Про Воробьи мы сказали, про Эверестинг сказали. Олимпиада. Ну, не знаю, стоит ли про нее говорить. Может быть, попозже. До нее еще как до Луны пешком. Для меня лично пока главная интрига это все пресловутая ситуация с триатлоном и Сенной. Потому что, помнишь, мы обсуждали, что все, они сказали, я гарантирую, они сказали, все нормально будет, Сеной почистят ее. Угу. А там опять то ли дожди, то ли что, и, короче, пока нифига не получается, они кучу денег бухали в очистку Сены, а там плавательный этап, еще что-то должно проводиться. И пока все не по норме. У них еще есть время, но вот это моя главная интрига пока на Олимпиаду, остальное вообще меня почему-то ни капли не волнует. И, единственный момент, я где-то слышал, что у них какое-то будет, как будто бы любопытное открытие, они будут прямо по реке на типа, корабликах или баржах, типа представление команд будет, то есть зрители будут на берегах стоять или что-то в этом духе, а они представление команд, вот это все шоу, как будто будут делать вот, это, наверное, будет. Может, посмотрим. Но это старше, будет 6 июля, они стартуют? Просто чем старше я становлюсь, тем менее мне интересна церемония открытия. Мне почему-то вообще пофигу становится. Вот. Слушай, интересная новость про кроссовки. Мне понравилось. Случайно увидели, что акции Nike упали когда-то, позавчера или когда-то, на 19%. Я посмотрел в интернете, как будто бы, у них там по графику ощутимое падение. Крупнейшее падение для компании с 2001 года. Обвал связан с тем, что Nike сократил годовой прогноз продаж на 10%. Спортивный гигант объяснил это падением продаж в Китае, а также неравномерными потребительскими возможностями по всему миру. Тупо мажутся. Да, мажутся. Появилась конкуренция, короче. Reuters связывает падение продаж Nike с ростом популярности европейских производителей кроссовок, французского бренда Hoka. Знаем, любим. Я сейчас в Hoka сижу. И швейцарского бренда On. Мне категорически не нравится, как выглядит, но реально в нем ходит много. В Красноярске не так много, потому что у нас его фиг где купишь. Но даже у нас в магазинах есть несколько, человек, кто в них ходит. Угу. Я, кстати, не знал, что инвестором этого бренда является Роджер Федерер. Это так, для справки. Подтверждаю тот факт, что в Китае действительно Nike не так много. Точнее, не так.
в Китае такое количество брендов местных с такой глубокой линейкой, ассортиментом, ценами кроссовок, что ну, Nike очень сложно с ними конкурировать. У них ну, кроссовки начинаются достойного там, уровня, там, условно от 5000 рублей и выше, а у Nike ну, все там, в два раза дороже точно. И магазинов с местными брендами, с китайскими, сильно больше, чем Nike, поэтому я думаю, что, конечно, в Китае они точно проигрывают рынок, и, а так как там, ну, наверное, это половина их рынка всего, в принципе, мирового, там, да, по количеству, если их взять, то, конечно, они будут проигрывать. Я себе, кстати, купил один китайский бренд, кроссовки, на работе хожу. Я даже название не помню, но мне очень понравились, они стоили очень недорого. Ну, и... ходить, да? Да, да, ходить. И реально да, у китайских кроссовок очень скоро станет конкурентное преимущество перед другими брендами. В первую очередь за счет цены, конечно. В остальном они практически уже не проигрывают. Поэтому нет-нет, да, начнем тоже торговать, возможно, китайскими брендами. Ну, к этому все идет, очевидно. Да, да, да. Ну, а пока Хока, которая тоже двигает Nike, пожалуйста, держимся, представлена в магазине Триатлета. Заходите, померить, купить. А, знаешь, какая штука неожиданно сегодня меня зацепила? Вообще неожиданно, ну, не по погоде. Это статейка, которая... касается анализа ТВ-рейтингов лыжных гонок. Значит, что тут любопытного? Там вообще изначальная фабула в том, что пытались оценить, как отсутствие российских лыжников сказывается на рейтингах, значит, лыжных гонок в европейских странах. Но по факту статья немножко про другое, она в целом оценивает ситуацию. И, значит, что любопытного я узнал для себя. Ну, во-первых, аудитория лыжных гонок 77 миллионов. Это... Лыжных гонок это классических. Да. Ну, в смысле, не классического стиля, а лыжных гонок. Но не с горы, не с горы. Не горных лыж, нет. Про горные лыжи чуть позже. Значит, при этом аудитория в год от года, к году выросла на 11%. При этом резко упали рейтинги в Норвегии. В статье я не нашел однозначного ответа на то, почему. А вот в Финляндии и Германии, значит, это дело растет. Что еще любопытно? Какие самые популярные форматы с точки зрения телезрителя? Это эстафеты, масс-старты. Тут все логично. Я помню тот же биатлон, когда смотришь, вот эта индивидуальная гонка с раздельным стартом, мне никогда не нравилась, бесила. Хрен поймешь, кто там выиграет до последнего момента. А тут встали, побежали, разобрались. А вот спринты, нет, вот и непопулярные форматы. Скиатлон, ну, по мне так очевидно, немножко он какой-то странный вид. Это когда они перебываются же, правильно? С одного вида на другой. Это же скиатлон. Скиатлон. И спринты. Что странно, потому что спринты вроде как всегда казались ну, такими смотрибельными. Но это все как бы так, скорее справочная информация. А вот что меня зацепило? Это сравнение популярности беговых лыж с некоторыми другими зимними видами спорта с точки зрения телесмотрения. Так вот, вот смотрите, значит, я называл цифру 70... Подожди, 77 я правильно сказал? Миллион. 77 миллионов. Почему я? Я просто пытаюсь понять. Вот у меня, смотри. Короче, штука в чем? Что горные лыжи в разы популярнее. В разы популярнее, чем беговые лыжи. С точки зрения телесмотрения. Для меня не очевидная вещь. По мне так и то, и другое скучно смотреть. Но... мы с тобой когда-то удивлялись, почему такие высокие просмотры у некоторых каналов российских, YouTube, посвященных горным лыжам, обзору экипировки и так далее. Там вообще они сильно выше, чем у беговых каналов тех же самых. Оказывается, горные лыжи очень смотрибельные и там очень большая аудитория. На втором месте при этом идет
значит, мужские прыжки с трамплина на... Так, на третьем месте лыжные гонки. На третьем только лыжные гонки. Вот так распределяется интерес телезрителей, ну, в Европе прежде всего, к вот таким зимним видам спорта, которые под эгидой вот этой организации ФИС находятся. Да? Это у них одна, ну, что-то типа федерация. Ну, международная, да, федерация. Международная организация, да. Вот. Короче, растет при этом сильно всякий сноуборд, потому что туда подключился Китай, и опять-таки возвращаясь к Китаю, и там этот вид спорта дико популярен. Вот. Вот такие вот немножко зимние новости, чтобы вас охладить немножко в этот жаркий денек. Что еще не очевидного произошло, но очень любопытного на прошедшей неделе? Я не помню, я же не рассказывал это. НБА. Там состоялось событие, к которому ну, всякие обозреватели готовили уже не первый год, но оно свершилось. Леброн Джеймс, это самый популярный баскетболист после Майкла Джордана. Вот. Криштиану Роналду в мире баскетбола. Типа того, да. Да. Вот. Значит, он, ему сейчас, по-моему, 39 лет, и состоялся драфт. И на... там выбрали его сына. И выбрала его команда, где сейчас, собственно, играет Леброн Джеймс. И они будут играть в одной команде. Это очень любопытная тема. Никогда такого не было в истории баскетбола. И это, конечно, уникальное событие. Я вот не помню, допустим, ни в каком виде спорта, навскидку, такой вот ситуации, да, что в одном... соревнований. Где бы играл отец и сын. Да, да, на одной площадке. Ну, понятно, наверное, может, когда-то... Ну, на мировом уровне, в дворовых там, ну, наверное, команда где-то, ну, такое часто было. Я имею в виду на таком, как профессиональном уровне, где играют... Обычно лучше. Папа уже заканчивает заниматься спортом, когда его ребенок тоже подходит к возрасту профессионалов, да? Ну, или просто... Очень мало видов спорта, где в 40 лет ты еще профессионал. Или сын совершенно не соответствует уровню профессионального. Нет, такое, мне кажется, часто бывает, когда дети, ну, дорастают и условно становятся в велоспорте, это вообще там сплошь и рядом. Да. Когда дети, конечно, становятся либо такого же, либо даже выше уровня, чем родители, такое часто бывает и во многих видах спорта. Но чтобы они одновременно столкнулись и были либо соперниками, либо в одной команде, такого, конечно, да, это феномен. Ну, вот это уникальное феномен. Событие. Но правда, конечно, честно говоря, все это происходит уже, это уже больше в этом будет шоу, да, медийная составляющая, чем спортивная, потому что сын Леброна Джеймса, кстати, фантазия, да? Угу. Знаешь, как зовут? Брони сына. Брони? Брони Джеймс. Да. Брони Леброн? Да. Так вот... он вообще, ну, далеко, там близко не уровня своего отца, и там вообще по нему были вопросы. Ну, короче, если бы он не был сыном Леброна Джеймса, теоретически его бы могли вообще не задрафтовать в НБА. Ну и сам Леброн уже, конечно, не торт, что называется. Вот. Но еще может, конечно. Ну, вот такая вот любопытная история. А и тренировать, кстати, их будет. У них новый Майкл тренер Джордан. У Лос-Анджелес Лейкерс. Так вот, этот тренер ни дня не тренировал профессиональную баскетбольную команду. Он, конечно, в прошлом достаточно серьезный профессиональный баскетболист, но он никого на взрослом уровне ни дня не тренировал, прикинь. Ну, такая веселуха там. Тоже элемент шоу. Ну, он, конечно, видимо, на все плевать, а мне вот интересно. Так, что еще любопытного? А, ну про это я рассказал. Про кроссовки мы рассказали, отлично. Так, пам-пам-пам. Мне, знаешь, что из любопытного я бы, наверное, хотел выделить рассказ Егора Матвиенко о походе на вчерашнюю закрытую вечеринку, которую устроил Костика. Across the... А что там? Как он называется? Across the Universe, да? Runiverse. После марафона «Белой ночи» Костикан устроил где-то в каком-то баре вечеринку для своих условных фанатов, раз, видимо, да? Да? Ну, скорее всего, не первый раз. Скорее всего, не первый раз. Но человек, с которым мы близко общаемся, был на этой вечеринке первый раз. И вот Егор скидывал на фотографии, описывал вкратце локации, которые там были. В целом это выглядит, конечно, как какая-то секта.
Есть фотографии, где он вещает с какого-то балкончика, как Ленин с броневика, и там толпа людей стоит. Есть фотография, где большая очередь на бесплатные татуировки, настоящие, которые делали прямо там в баре, ну, какие-то слоганы, в общем, которые, видимо, ему там знамениты в его кругах, да, я не знаю, что там набивали, ну, какие-то... Просто, прикинь, грипп распонсировал, тебе просто логотип грипп бесплатно. Ну, да, набивает. Но сам факт того, что люди бесплатно набивают татуировку в баре, это уже о чем-то говорит. Вот, ну, я думаю, что, конечно, выпивали, веселились и классно проводили время. Это о чем говорит? О огромном медийном весе все-таки Кости Кана как именно бегового блогера. Ну, не только блогера, бегового, в принципе. Ну, хотя у него основная аудитория это все-таки те, кто интересуется бегом. Ну, он, да, конечно, обозревает там немножечко триатлон, еще что-то, но в общем и целом он все-таки беговой блогер. Не всем нравится его формат подачи информации, кому-то вообще не нравится, как он подает информацию, но отрицать тот факт, что у него огромная аудитория фанатов, конечно, не надо. Ну, этот факт меня, конечно, поразил. Вот. Ну и еще одна вещь важная, которую мы, кстати, не сказали про «Белую ночь», что Егор поучаствовал в программе «Рейс-директор», который проводит беговое сообщество, собирая организаторов различных забегов со всей России. И вот Егор первый там из нашей команды. Мастер-класс, ну, да, да, так да. Это можно назвать, да. Да, потому как организованы их старты и какие-то лайфхаки, как надо делать, чтобы было хорошо. Егор первый из нашей команды, кто прослушал этот курс. Я, дай бог, в октябре поеду на московский марафон, и там тоже схожу на рейс директ-программ. Вот приедет, расскажет нам. Так он фотки нам уже поскидывал. Благодаря этому, надеюсь, мы станем еще лучше и круче, как организаторы беговых мероприятий. Как говорит один член нашей профессиональной велосипедной команды, придется. Да. Да. Так. Предлагаю перейти к розыгрышу, Миша. Давай. А после этого. Это замечательный сертификат триатлета. Мы сейчас разыграем среди всех участников. Следующего нашего забега благотворительного в честь Дня железнодорожника РЖД. Давай. Я сейчас открылась регистрация. Да, она уже скоро закроется. Поэтому, если вы, кстати, хотите пробежаться на забеге РЖД 3 августа, то регистрируйтесь. 223 человека уже в списке. Давай. Нам надо выбрать рандомную строчку стартовую. Сейчас, подожди секунду. Сейчас. Надо сайт открыть, чтобы из стартового листа смотреть, а не с закрытых источников. Так. Все старты. Достигая цели подробнее. Стартовый лист. Смотрим. С четвертой строчки это я. С пятой строчки. И скажу. С пятой до 225 строчки. Давай, выбираем рандомную все строчку шансы. И отдаем этому человеку, прямо вручаем ему сертификат. Нажимаю сгенерировать и получаем число 138. 138. Качаев Виктор из Дивногорска. Сертификат в триатлета будет ваш, если вы напишете нам в течение ближайшей недели, да, любым удобным доступным способом. Если вы нам напишете до конца этого эфира, то мы удвоим сумму этого сертификата. Да. Но можете не в комментарии, можете где угодно написать. Вдруг он твой сотовый знает, может тебе написать смс-ку. Качая Фиктор, позвоняем, вы выиграли сертификат. В прошлом выпуске, кстати, кто выиграл, с нами не связался, и он снова остался не разыгран. Да. У меня все, давай рассказывай какую-нибудь классную историю под конец эфира, чтобы... Не знаю, что сколько она классная. Короче... У Виктора был шанс удвоить сумму сертификата. Последние месяца полтора, наверное, у меня наступил очередной, регулярный период падения настроения. Угу. То есть я в такой... Он регулярный прям, да? Ну, это уже не первый год. Примерно два раза в год у меня подъемы. Я потом долго нахожусь на верхнем на плато. Да, когда все нормально, все... А когда подъем?
Чтобы побольше работы тебе в этот период подгружать. Ее максимально в этот момент работы, Коля. Можешь не сомневаться. Не откроешь тайны, да? Да, вот. Потом, значит, и настроение классное, и отдыхать хочется, и фантазия есть, на что время потратить. Не, ну скажи примерно, мне просто интересно. Не, там не всегда связанные вещи. С периодом года? Ну, как будто бы. Я, по крайней мере, не могу выявить. Четко. А, ну я, подожди, я знаю этот период один, точно, декабрь. Предвкушение Нового года. Да не все, бывает по-разному. Ну-ка, подъем в смысле? Да. Ну, бывает, да. По-разному, хорошо. Реально. Так вот, а последние месяца полтора я в яме, когда вообще работаю все еще много, но через силу. Из ямы. Отдыхать как будто не хочется, и не знаешь как, и вообще все тлен. И, ну, короче, беда вообще. Угу. Ну, то есть настроение дерьмо. Вот, угу. По-другому не скажешь. И для меня, знаешь, индикатор. Главный, который сейчас есть, когда я нахожусь в положительной зоне, я никогда не смотрю никакие шорты или рилсы. Угу. Как только у меня падает настроение, я пытаюсь тоску залить просмотром шортов. Это ужасно, это никак не помогает вообще. Шорты на YouTube? Да, да. Только в моменте. Это вообще ужасно, когда начинаешь смотреть. Читать, а что, рилсы в каком-нибудь этом нельзя-грамме не смотришь? Потому там же свежие они. В шортах, мне кажется, очень мало контента. Нет? Очень много. Ну ладно. Непозволительно много контента там. Вот. Короче, это. И я уже даже думал впервые в жизни к психологу сходить. Вот. Даже, ну... Подожди, ты же ходил. Нет. Помнишь, года два, мне кажется, назад? Никогда не ходил к психологу. Ну, в жизни ни разу не был. Ну, кроме того случая... В школе в пятом классе, когда первые в истории России психологи появились, студенты, их отправляли в школу и там попросили, значит, нас собрали и сказали... Ну и телесеанс Кашпировского, нарисуйте, который ты, скорее всего, смотрел, да, по телевизору. Ну это не считается. Лет 35 нарисуйте, назад. Нарисуйте, говорит, не выдуманное животное, но у меня фантазия бурная, и меня вы пригласили в итоге на индивидуальное собеседование потом. Потому что психолога чуть-чуть напугало изображение. Я говорю, да я прикалывался, просто что вы. А что она написала? Там даже смерть? Не все можно озвучить. Нет, там была какая-то гусеница. Или то, что ты боишься, что всегда напишешь на фотозоне, на которой можешь что-то писать. Гусеница, короче, с лицом кабана в кирзовых сапогах и какой-то военной шапке. Ну, короче, это... Ты реально помнишь это? Или ну, придумался? Чуть-чуть. Нет, нет. Реально, что вот что-то такое там было. Ну, я просто прикалывался. Какие-то нелепые вещи в одну пытался объединить. Угу. И это, естественно, напугало студента-психолога. Ну, так вот. Но я потом, я же, как это, материалист, вот. И ты знал, да, что я материалист? Так вот, я материалист. Догадывался. И я в конечном итоге думаю, нет, надо вначале сдать всякие, в биологии попытаться. Биохимию. Я, значит, записался на прием к эндокринологу, написал ему так и так. Говорю, вот апатия у меня вообще, настроение, дерьмо, не знаю, что с этим делать, уже полтора месяца. Хочу понять, какие мне надо сдать анализы, что может быть. У меня там, тем более, есть один товарищ, у которого было что-то похожее, оказалось, у него был очень низкий тестостерон, ему назначили какие-то витамины, он их проколол себе, ему стало вообще лучше. Думаю, ну, может быть. Сдал, короче, все, он мне написал список анализов, я в субботу пошел, все их сдал. Быстро очень мне сделали все, кроме одного, один еще жду, все, получил, отправляю. Она говорит, все в норме. Я говорю, спасибо, до свидания. И все, опять я у разбитого корыта. С одной стороны, вроде хорошо, что анализы в норме, а с другой стороны, теперь сижу и думаю, что дальше, что делать. Понятно, что самый простой вариант, это у меня не первый раз, это просто ждать. Но, нет, блин. Смотри, ты же мог быть в минусе, когда у тебя анализы были не в норме, а сейчас они у тебя могли выровняться. Так у меня ты сейчас... их сдал. Не, у меня ничего сильно глобальное настроение меня не улучшилось в сравнении с полуторамесячной давности. Да? Вообще, да. То есть ничего особо лучше не стало. Я полтора месяца не тренируюсь. Это тоже, кстати, показатель. И вроде да. Как очевидно, надо пойти потренироваться. Это какой-то выплеск, не знаю, эндорфина, физическая активность, все дела. Но я не могу себя заставить. Не могу просто заставить себя пойти потренироваться, в бассейн сходить и так далее. Начал разговаривать с друзьями. Мне каждый второй, первый говорит, да у нас такая же фигня.
периодически. Я говорю, ну вот мне по вам не видно, что у вас такая фигня. Я тут сижу, внутри себя переживаю, а по вам не скажешь. Ну, короче, всем плевать, что называется. Ну, посмотрим. Вот. Можно просто подождать, как это было в предыдущие разы. Ну, блин, не нравится. Короче, теперь надо еще какие-то анализы придумать, сдать. Вот не знаю, какие. Напишите, какой анализ сдать. А спишь много? А? А спишь много? Сплю сильно больше, чем когда все хорошо. Когда все хорошо, я обычно сплю часов в 6, сам подскакиваю вообще. В 5 утра могу подскакивать. Угу. А сейчас, мне кажется, я смотрел по часам, я последний месяц 2, то и полтора, сплю по 8, иногда по 9 часов. И, ну... Это как бы, наверное, хорошо, но с другой стороны, как будто бы странно. Все признаки странно. Какого-то авитаминоза или нехватки витамина D у тебя. Вот, все нормально, без витамина D, С, там, железо, всякая фигня, все в норме вообще. Угу. Ну, такая вот фигня, непонятно. Ну, ладно. Напишите, что вам, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам прямо сейчас гораздо хуже, чем мне. Это меня успокоит. Так. Что у нас еще в комментариях нового появилось? Ну вот, что? Пишешь, вот что... вопрос по существу, смотри. Константин пишет, кому и куда можно написать, чтобы оставить заявку на пейсера на жару, если, конечно, еще не поздно? Егору Матвиенко надо написать. Надо написать Егору. Вообще, это, как сказать, попасть пейсером на жару, не то, что мы сейчас выпендриваемся, а ну, не так просто, потому что у нас ответственность высокая перед спортсменами, перед участниками, и мы стараемся всегда туда проверенных людей ставить. Но, тем не менее, вполне может оказаться, что вы вполне проверены в спортивном плане, да? Угу. Человек... Вот, свяжитесь с Егором Матвиенко, и он вас, по крайней мере, сможет поставить куда-то там на заметку, что называется. Так, Костя, ну да, ну вот, Олеся уже, собственно, ответила. Вот, Олеся, спасибо тебе большое. Вот нейросети, за ними будущее, я считаю. Потому что нейросеть мгновенно отреагировала, написала, что их гораздо хуже, чем мне. Спасибо, Олеся. Вот. Ты вообще лучшая колонка из доступных. Так. Прям по 1000 раз. Лена Попова пишет, что до сегодняшнего дня вообще не знала, кто такой Костя Кан. Возможно, она не знала, что Across the Runiverse это Костя Кан. Не, ну это нормально на самом деле, что кто-то про кого-то не знает, но очевидно то, что ну, именно знаю. В беговой тусовке Костя Кан очень известный человек. Ну, в российском, ну, в российской беговой тусовке. Не, я тоже знаю людей, которые из нашей с тобой тусовки, которые, ну, от меня узнавали, что существует такой канал, что такой человек. Ну, что поделать? Ну, так бывает. Так, что еще? Следующий шаг пишет все-таки консультацию психолога. Наверное, ну что-то, блин, я всегда всю жизнь очень... У нас есть один психолог, Михаил, знакомый. Ты можешь... По-братски спросить. Нет, я спрашивал уже. Мне дали все рекомендации. Я даже почти и лекарства выписали, да? Почти записался на прием. Но материализм возобладал, и я пошел все-таки делать анализы. Из впечатлений недели, короткой строкой еще. Я посмотрел этот новый фильм. Ну, почти новый. «Фуриоса», который. Продолжение «Безумного Макса». Ты видел вот этот? Я «Безумного Макса»-то не видел. Ну, не того старого, а вот этого. «Дорога ярости». Вообще классное кино было. Лет 5 назад. Я того старого не видел, понимаешь? Того старого я пытался смотреть, невозможно смотреть. Я не понимаю. Поэтому и нового не видел. А новый нормальный был. Короче, смотрели «Фуриосу» с женой. Чё-то как-то на раз нормально, но очень странный фильм. Там зачем-то любимчику моей жены, как Тора играл, который Крис Хемсворт, по-моему, его зовут. Ему такой нос смешной приделали, и невозможно без смеха на него было смотреть. А из хороших впечатлений, я как-то рассказывал, и продолжение появилось. Есть такой канал, очень известный на ютубе, Сындук называется. СНДК, по-моему, что-то такое. Там выходила серия роликов, которая называлась «Поп-культ», и рассказывала о 2000-х годах в России, короче... Все, что было популярно в народе.
это игры, сериалы, какие-то фильмы, музыка, короче, какие-то явления, которые в определенный год были мейнстримными, интересными и запоминающимися для истории популярной культуры. Про 2000-е они сделали серию роликов, я когда-то их все посмотрел, они все классные, интересные, такая ностальгия иногда. А сейчас они начали продолжать, и уже 90-е, уже вышел 90-й, 91-й год. Я посмотрел 91-й год, вообще отпад, столько классных штук из детства вообще всплыли в памяти. Так как любительским спортом занимаются, я по чату вижу много людей нашего возраста. Я думаю, вам это тоже может любопытно. Загуглите «Сыендук», «Поп-культ» серия называется. На ютубе лежат, вообще классно. Мне очень понравилось. У меня все. Я гуглю просто. Я с 90-х же тоже. Так, «Поп-культ», «Сыендук». Ты не гуглишь? В гугле. Ну вот оно. Ну, не, я, конечно, не посмотрю, что уж себя обманывать. Он просто проверил, что я не обманул вас. Да-да-да. Так, что, все, закругляемся? Так, ну что, нам Качаев Виктор пока не написал. Сумму сертификата удваивать не будем, но шанс забрать этот сертификат у Виктора все еще есть. Да. У вас неделя на то, чтобы связаться с нами, и мы тогда вручим вам этот сертификат. Всем спасибо, что смотрели. Ну и, кстати, с, как это говорят, расхожие фразы, с лучшей половиной человечества, ну, той, по крайней мере, которая относит себя к любителям бега, увидимся на женской семерке в это воскресенье, забег кросс-марафон, воскресенье же, да? Правильно? Да, да. В это воскресенье июля. Забег женской семерки. День Ивана Купала будет, кстати. Божечки-кошечки. Обливай, кого попало. Да? Да, там все эти блёстки, костюмы. Интересно, будут ли на финише мужчины ждать девушек с водяными пистолетами, чтобы позаигрывать и пообливать их? О! Ты говоришь, надо рилсы смотреть, а не шорты. Я и в шортах видел, короче, не знаю, почему мне подкинули несколько водяных пистолетов современных, как они работают. Там вообще, мне кажется, насквозь прострелить уже людей может. А, я тебе могу открыть лайфхак, который я узнал буквально вчера дома, благодаря своим детям. Да. Самый, ну, ладно, не самый мощный, а очень мощный и клевый водяной пистолет – это ирригатор. У меня просто один... Ну, знаешь, которые зубы чистить этот, струи воды. А, все понятно. Они стреляют вообще метров на, ну, наверное, на 5, на 6, наверное, вообще нормально. Только вода быстро заканчивается. А так, ну, вчера было просто супер жарко дома, и у меня один ребенок догадался взять ирригатор и из-за него начать шмалять во второго. Второй пошел в другую ванну, взял второй ирригатор, и они просто бегают по дому и из ирригатора друг друга... Прикольно. Поливали. Поэтому лайфхак, если у вас нет водяного пистолета, а хочется пообливать девушек на финише женской семерки, берите с собой ирригатор, приходите на Татышев 7 июля, и там, возможно, встретите кого-то, кого можно пообливать. А ты возьми водяной пистолет, может, тебя это повеселит, и ты выйдешь из депрессии. Интересно, а можно застрелиться из водяного пистолета? Скорее всего, да. Проверим. Я видел, кстати, видосы на Ютубе, да, где водой режут металл там и прочее. Видел, может, такие, да, когда там, ну, нереальная струя и там разрезает вообще все, что угодно. Так есть же всякие эти, ну, элементар, как это называется, аппарат пескоструйный, или но. Которым очищают там чуть ли не ржавчину. Я уверен, что таким точно ты себя сможешь убить. Так, а этой мойкой высокого давления, если близко, запросто можно кожу разрезать до мяса. Зачем мы эти вещи обсуждаем? Какой кошмар. Все, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Увидимся через неделю. Лена Попова говорит, я думала, розыгрыш будет на женскую семерку. А нет, розыгрыш не на женскую семерку. Прошлый раз на женскую семерку, да. Да? Ну да, насколько я помню, да. Возможно, даже не один раз. Ну все, всем пока. До свидания. We'll be right back.